Валира и Рексар. Каскос. Начнется охота. О, у меня есть зомби. Будь на чеку. Самый счастливый человек на свете. Можно так оставить. А почему нет? Не, все равно даггер достать на второй ход, это нормально. Считаю. Ну, давай. Окей. Может быть, его достам даже на второй ход. Хотя... Два раза ударится. Ладно. Могу танк паука через монетку. Давай. Вообще, будет круто для него, если у него окажется повершот. Давай без вот этого. Собак. Ладно. Свет не падет. Ну, ладно, придется даггер сделать и вот тебя, наверное. Давай начнем. Ну, точно тебя. Ой. Можно его сделать. Окей. Можно делать просто пятерку. Я сделаю просто пятерку. Да, давай. Дедли шот будет плохо, но... Да, дедли шот будет плохо. Без но. Это будет прям вообще ужасно. Закрыло тьмы! Окей. Этого. Может быть, даже чтобы точно попасть, сделать. Этого. Хорош. Я просто очень хотел, конечно, дракона сделать. Однажды я стану рыцарем. Давай. Давай начнем. Привет, скрытный. Нормально дела. Сестра, я что-то даже тебя не заметил. А че это ты на Твиче? Кто-то пишет. Мои глаза всегда открыты. А что ж ты не понял? Так, что я хочу здесь делать? Что это за трапа? Бертрапа. Нет. Нет, 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 нет. Это снайп. А значит, мы достаем тебя. Да и пожалуйста. Я могу Deadly Poison, кстати, кинуть. На следующий ход, чтобы разыграть вот эти две карты. Давай. Отдавать не буду. Значит, первый вариант. Самый жадный.
5-6 ударите в 4-5. Самый безопасный еще, можно сказать. 5-6 в 4-5, ударить 3-1 в лицо, достать шестерку и все. Второй вариант. Ударить даггером в Йети, сделать Блейд Фьюри. Потому что вряд ли у него еще что-то много будет каких-то существ. Ударить в лицо. Ударить раз-два. Да, наверное, раз-два и вот этих двух. Вот, самый лучший ход. Вообще не лучше. Вообще не лучший. Чё ж я сделал? Чё ж я... Блин. Блин, чё я сделал? Я сделал какую-то ерунду. Я чё-то подумал, что я смогу его активировать. В общем, да. Много вариантов. И я предпочел не самый лучший. Хочешь что-нибудь взорвать? Ну ладно. Кракен. Я тебя убиваю. 7. Плюс 10. Да, убиваю. Давай начнем. Ну да, но это хотел дети. Нормально это. Тебе ждали два пака, небось, дали карту золотую. Что ты еще хочешь? Ну, я тоже за последние 12 получил 285, что ли. Да ну, Даггер, Йети и Фьюри, ну это как-то не знаю. И такой вариант был, но такой себе тот. Будь начеку. Тройка. Оставим тройку, оставим тройку. Это хорошо. Ну, эпик дорогой. Мурлок. Ну ладно, чё мне? Мурлок так мурлок. Где я убить могу? Что приказание? Убью рекрута. Достану огра. Достану... Достану огра. Ну что, я хочу убить, если что, 2-4. Если он вдруг появится. Ну, либо хотя бы убить вот его. Как вариант. Так, я могу, конечно, сделать как-то через даггер. Даггер. Удар в спину. Смертельный яд. Убить тебя. Достать зомби. Может быть. Может быть. Давай начнем. Окей. Стол мой. Приказание.
Окей. Давай начнем. Мне кажется, получай лицом, но ничего страшного. Да, Consecration плохо, а что делать? Ну, могу тебя достать и дагер. Нет. Да, давай. Ну, пускай делает Consecration. С Consecration больше ничего не сделать. А защититься на всякий случай надо. Этого достаточно для Ассасинейта. Не, мне вообще желательно вот этих двух отдать. Угу. Я буду просто темп играть. Не, в любом случае. Ну, вот это Ассасинейт. Самый простой на свете. Не, да и расставлю. А что у меня есть? У меня так Бардабрея есть. Это Барбера. Ну да, можно было бы и ударить. В принципе. Окей. Я на страже. Ну ладно, черт с тобой. Видимо, придется Блэйд Фьюри отдать. Ого, прикольненько. Может быть, его оставить. А че его не оставить? Не знаю. Так много вариантов. Давай. Я не могу это сделать. Мне надо решиться. Ошибки случаются. Давай. Ошибся. Ну ладно. Да, конечно, надо было сначала ударить, но я вроде как бы все равно не хотел крокодил доставать. Я бы просто клинок обновил, был бы один дополнительный заряд. Я бы, кстати, не отказался, если бы что-то другое вышло. Я бы Блэйд Фьюри зачистил. Хоть существо с единицей здоровья. Трусильвер. Ну да, убьешь мне 6-6. Чарик. Ого. Серьезно? Серьезно. Может быть, даже стоит и... Ну давай, ладно. Пускай убивает мне крокодила. Опять же надо было ударить. Не знаю. Окей. Вдруг спринт придет. Я этим отмажусь. В лицо. Ну ты какой? Окей. Комменты к новым картам нет, не читал. Ты имеешь в виду при создании-то? Не читал. Значит, что я хочу? Да стол я контролировать хочу.
Ну, какой-то Blessing of Kings меня расстроит, хотя он все равно не может убить его. Лучница плюс Blessing of Kings. Вот это самое страшное. Или какой-нибудь пиромансер плюс Blessing of Kings. Ну, в общем, то, что его сможет закоцать. Интересно. Ладно. Okay. Просто парень. Жду приказаний. По седлам! Убить. Себя достать. Так, сейчас. Я тебя не убиваю. Ну, конечно. Первые три хода такое нередко случается. Ну, 6-6 он меня вряд ли убьет. Чувствуете, да, почему я сделал вот его, а не его? Так он умер. Ну да. Победа за мной. Алира и Шайна. Не стоило напрашиваться. Будь начеку. Так, стоит ли мне эту тройку? Ну давай, ладно, оставлю. Хотя не очень хорошая, но что делать? Ну, 100% как бы... Как получится 100%? 12-0 на этой колладе? Не знаю, почему нет. Ну, да, он мне убьет, конечно, зомби с помощью выстрела, но это же ничего страшного. Ничего страшного. Давай. Да, один зомби в колоде. Миссан частенько Рога раньше играл. Может быть, сейчас играет. Это вообще один из любимых его классов был. Вот. Поэтому нет. Я могу достать Огра. Да, наверное, я достану Огра. Интересно. Ну да. Почему кинжал не убил робота? Потому что, ну, мне не хотелось монетку тратить на просто дагер. Если бы зомби лучше по кривой вписывался. Вот. Достать тройку через монетку, особенно вот такую сильную, мне кажется, более правильно. Плюс была вероятность, что я достану какую-то, не знаю, двойку. И опять же, ничего плохого в том, что противник, ну, как бы очень хорошо, что я заставляю его использовать свою силу.
героя. Это его сильно замедляет. Замедляет, я забираю стол. Забрать стол — это самое важное на арене. Ты не догадываешь, каждый неправда всем перевер. Ты обманываешь. Мы должны очистить солнечную колонию. Печальчика. Реверсинг свитч. Окей. Тупо для того, чтобы... Итак, я могу достать даггер, ударить, ударить, достать двойку. Могу достать 5-4. Могу ударить вот так вот и полечить. Тоже как вариант. Так слабовато по, ну, агрессии, да, не очень большая. Ну, хотя я ему 4 нанесу, это же тоже немало, немало. То есть все хороши, в принципе, ходы. Интересно. Наверное, я предпочту самый безопасный. То есть и форсиры себе оставить в руке, и всю ману потратить. Да, давай. Угу. Поэтому я играю арену, не Constructed, да. Насмешник неплох. Ладно. Доставка так доставка. Ну, я, да, могу разменяться. Так, так, полечить себя и двоечку достать. Да, сойдет. Пока... Пока он не может флеймстрайк сделать, я буду по максимуму ребят доставать. Как только он начнет, ну, появится возможность сделать флеймстрайк, то так у меня сразу пойдут и ребята пожирнее. Строить все неплохо у меня. Дух предков. Как я к ней отношусь? Ну, я считаю, что это нормальная карта. Не фонтан, но сойдет. Здесь такое. Если ты какого-нибудь Йети разменяешь, и он воскресится, это же хорошо, хорошо. Поэтому пойдет. Так, вот этого парня как убить? Боюсь флеймстрайка, боюсь. Просто проигнорировать? Могу вот этими двумя ударить. Что мне не очень нравится. Интересно. Достать даггер, убить так-так, тоже не нравится. Вообще не нравится, я бы даже сказал. Ну ладно, хрен с тобой. Да, я, наверное, достану лучше огра. Да, потому что если бы я достал его, то я бы нарвался на флеймстрайк. Это мне, конечно, не нравится. И не хочется. Интересно. Трепещи перед мощью Штормграда! Ну ладно. Ладно. Моя крушить! Я буду потихонечку его разминать. Так я собрал колоду, что у меня идеальная кривая сестра. Это тут тоже такое. Ну, не прям уж все в удачу. Здесь действительно очень многое зависит от того, что я такой голос один собрал. Фу ты. Да, это не очень хорошо, ну ладно.
Давай начнем. Больше никого доставать не буду. Мне вот и кота хватит для того, чтобы добить его. Еще кракена. Если сделаю флеймстрайк, ну ладно, я ребят этим достану. Все. Люблю налеты. Так, значит, мне нужно 4 раза его ударить. Это много. Не знаю. Давай начнем. Есть вероятность второго флеймстрека? Есть. Но что поделать? Давай. Я, в принципе, не против, если он сделал второй флеймстрек. Особенно, если он больше ничего не достанет. Это не страшно. О, кабанчик. Хорошо. Лунасвет. Ну, это поражение. Я его просто додаю. Граген вполне хорош. Не поспоришь. Даже для Роги, которая, ну, действительно очень пытается быстро играть. Но тут уже такие, тут прям все условия для кракена, я имею в виду вот именно колода создана. Другой колоды я бы его не взял. Если бы у меня не такие стартовые карты были. Ну, две легендарки. Был Тирион, был. Я должен защитить природу. Да нет, просто убрал. Будь начеку. Просто так. Раз, два, три. Да, наверное, я от не откажусь. Ну, в общем, будет круто, если дракона какого-нибудь достану я. Ну, хрен знает. Не, давай я поищу единицы двойки. Ну, это лучше тройка, я не против. Окей, все, тройка. Я чувствую запах крови. Окей. Огромного мира. Не, наверное, Скол Грингов это не очень. Тебя? Или тебя? Нет, я думаю, тебя. Да, он меня, конечно, может укусить и разменять, но он же разменяется. Вот этим-то парнем, поэтому... И опять же, я совершенно не против. Делаешь, если он сделает свою билку. Ну, все можно было бы сделать Blackfield. Я должен защитить эту землю. Дедли Poisoned. Наверное. А что еще делать? Хм.
очень маленький. Но это исключительно из-за моей пятницы, в которой я совсем не хотел играть. Там порядка 68 где-то. Интересно. Ну, давай. Ну да. Ну а что делать? Сестра, вот на эту тему все было уже ясно по WoW TCG, где было 4400 карт, и там такой баланс делался. А почему не Яд и Огр? Ну, можно... Да, Яд и Огр был бы, кстати, лучше. Я не знаю, почему я не убил Яд и Огр. Очевидный ход, и он очень хороший. Свайп. Ну ладно. Хорошо. Сейчас я могу сделать яд и... тебя. Вроде он отдал. Вообще очень опасно. Ну давай так сделаем. Мало здоровья. Вот это да, это я лакирован. Мало здоровья. Ну, мне желательно еще немножечко подзаняться. Во имя света. Тоже нормально, могу спокойно убить его. Спринт такое. Ну, зачем биться, я все равно бы ее убил. Не, я вот этого достану, наверное, лучше. Могу вот этих ребят, но как-то не знаю. Да, хрен с тобой, давай так. Пятерку я, скорее всего, убью его. Могу достать еще двух огров. Все, пас. Ну что мне помешает? Какой-нибудь друид таунт. Да, будет неприятно. А все остальное такое. Не то, чтобы я сильно расстроился. Опять же, я даже друида таунта могу убить. Мне просто придется лицом биться. Я вроде как подлечился, поэтому... Ладно. Ну ладно, придется оставить 2-1 на столе. Зомби. Не, я по максимуму сначала загрузил стол. Я могу достать даггер. Я могу, да, даггер достать. Зомби достать. Ну, кстати, может быть. Так, хочу ли я бить? Три урона... Да нет, три урона не страшно. Давай начнем. Давай. Да, хороший таунт, но он не такой сильный на арене. Ладно, я не расстроюсь. Серьезно. Серьезно. Зачем? 5. Окей. Окей. О, я могу его убить. Давай, мы сначала бэкстап поищем. У меня же бэкстап еще не уходил. Битрейл. Это грязь. Такая грязь. Ну давай.
Не, ну я же искал этот бэкстап, согласитесь. Я же не искал, блин, какие бы мне карты нужны. Не, я сказал, мне нужен бэкстап, все, бэкстап пришел. Я не знаю чего. Так. Я, наверное, не буду биться лицом, потому что это лишнее. Да и хрен с тобой. 5 урона в лицо. У меня останется 12. Да ну его нафиг. Не-не-не, я не хочу. Я боюсь. Mind control tag. Да. Мне надо решиться. Интересно. Ладно, хорошо, я пас. Ну, Betrayal, сестра, я понимаешь, она такая карта, что если ты очень впереди, то она тебе ничего не даст. Если ты играешь... А Рога, он часто впереди. Он играет темп, он... Доминирует постоянно на столе. Да, вот здесь он хорошо у меня заходит, потому что у меня контроль колод. Трепещи вот. Перед мощью Штормграда! Окей. Говорят, меня с Синей завезли. Потому что, ну да, можно было бы на предыдущий ход бить, но просто я, не знаю, я думал, что вдруг мне понадобится вся мана. Такое же возможно? Возможно. Кто посмел эту возможно, летал был, но проблема в том, что далеко не факт, что я бы попал. У меня же два огра на столе, поэтому я и не пытался его давать. А? Огр. Огр он такой. Давай начнем. Люблю налеты. У тебя неприятности. Серьезно? Ну ладно, у меня есть мармеладка. Да могло бы быть очень все. Не, ну да, стены. Ладно, выиграл, хватит. Начеку. Не надо, не надо. Давай ставим.
хорошо, это, конечно, мне хочется с большим удовольствием я достану, чем Бардабрия. Харри, ты тут еще? Констра. Ну, один матч был. Я не знаю, наверное, не будет еще сегодня. Давай тебя. За орден! Окей. Так, значит, это может быть Avenge, может быть... Да нет, вряд ли это будет Competitive Spirit. То есть, если бы это был он, я бы, конечно, с удовольствием его оставил. Пускай бафается, пускай 4-3, но здесь я лучше уберу все же. Вот это совсем неприятная штука. О-о-о. Это больно. Это лучше бы я, конечно, мимо ударил. Чё-то я такого не ожидал. Давай начнем. Давай. Да, тут меня сильно переехали, скажем так. АФК победа? Не, все. Возьми. Окей. Не, ну ладно, хорошо, я понял. Парень пошел Йола. Правилам. Атаковать не хочет. Я не знаю, что мне надо. Мне Black Fury? Наверное. Давай по максимуму выложим на стол. Я могу достать даггер, убить его. Я не хочу лишний урон получать. Давай так. Мне, конечно, сильно консекрейшн сделает плохо. Ну, а что делать?
Так. Ну ладно. К сожалению, нет времени на спринт. Очень мало здоровья у меня. Да, спринт бы сейчас очень хорошо сыграл. О, это битрейл. Окей, окей. Но все равно так себе. Конечно, здорово, но... Но не от всего сердца. Как говорится. Ну да, я могу зачистить его стол, но это же все, что я могу. Давай начнем. Давай начнем. Ну давай. К сожалению, очень тяжелые карты. Может быть, мне стоило бы и семерку сейчас достать. Я не знаю. Чтобы просто держать стол как-то. Трепещи перед мощью Штормграда! Не. Бэкстап, окей. Ждем зомби. Хорошо. Все, достал трусель и рубил. Жду приказаний. Ой-ой-ой. Я не знаю, Блэдфью. Нет. С чем могу? Вот это тоже неплохая карта. Убить тебя, убить тебя. Бэкстап сюда. Да, я могу все зачистить. Солидно. Там. Да, три здоровья мало, но что поделать. Если он меня сейчас не убивает, то я подлечусь. Черт. А, ну ладно. Хорошо. Да, жалко, жалко, жалко. Вот я сделал плохой ход, что я разменялся. Скарлетт Крусейдер не сделал бы я его, у меня было все здорово. Ну ладно. 11-1. Это оставим, другой не будем. А у тебя... Ладно, не буду. Не буду шутить так вот. Тоже мне нет у тебя опыта. Окей, я могу делать. Пойдет, пойдет. Давай. В любом случае, третий ход такой себе. А, что не пишется? Странно, не пишется предыдущий игрок. Как 100% партизан, а как еще может рассчитываться? Если ты 12 игр сделал, 0 по разуму. 12-0. Окей. Давай начнем.
Окей, я не против разменяться. Ничего больше не доставай. Ничего не достал. Хорошо. Даггер тройка. Да, видимо. Так, как мне ударить? Надо подумать. Ну ладно, хорошо, я приму два урона. Что такое? Это все равно умирает от Трусильвера, но не умирает от молотка зато. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Ну, так ударить. Так ударить. Ну да, как-то так себе, если честно. Моментик. Ну ладно, я могу этих двух достать и раз. Много вариантов. Два. По максимуму стол займем. На следующий ход я, скорее всего, захочу его достать. Давай, да, начнем. Давай. Я ударю. Integration меня не сильно беспокоит. Не знаю. Мне кажется, он у него есть. Если у него нет Трусильвера, то он же должен быть контекст. Должен быть. Зарабасик, зарабасик. Кстати, не умеет. Шесть урона в лицо принять. Ок. Да и что-то не сильно-то я этому рад, но, блин, а что делать? Я могу сделать раз-два. Это будет 5 урона и ударю тебя. Ну как-то хрен узнает. Вообще, можно в лицо сильно пойти. Три в лицо. Интересно. Так, надо подумать. Не, мне хочется его достать. Ну, со следующего хода, не знаю, буду стараться много всего в лицо убить. Да, я знаю, поэтому и хочется мне Квалдера сейчас побыстрее достать. Именно поэтому я и в своем обзоре говорил, что слабоват этот персонаж. Тревога! Поднять щиты! Жду приказаний. Жду приказаний. Окей. Я не против этого момента. Давай начнем. Ну ладно. Хрен с тобой. По-моему, я немножечко неправильно сделал. Что я неправильно сделал? Ты нет, правильно сделал. Ну да. Ну, я все равно победил.
начнем. Прилив начинается. Должны же были мы Клаудиром выиграть разочек. 3-4 бабл. Да потому что я хотел в лицо бить. Ну да, я бы 3 урона, в принципе, в лицо бы из даггера нанес. Правильное тоже замечание. Ну то есть да, тогда бы я какой-нибудь консекрейшн умирал. Ну, он бы умирал. Ну это такое. Хрен знает. Ну, не особо разницы не было. Во, Хари. Хари. Напиши мне, пожалуйста, в приват еще раз. Свой счет там, чтобы... Ну, с какого был перевод. Сумма и прочее.